Привет всем, снова с вами Сахалинец. Итак, у нас сегодня 6 апреля, и этот мувик про открытие форелевого сезона. Скажу честно, то, что рыбалку не планировал, доставать спиннинги даже и не собирался, но вот вчера буквально один мой товарищ по имени Владимир выложил пост о том, что он неплохо отловился на честных прудах. Ну как неплохо, он поймал 4 форельные, 2 на колебло и 2 на фидер. И знаете, вот у меня вот чисто вот засвербило, и даже появилось такое предчувствие, что надо ехать, и обязательно будет хорошая рыбалка. И поехал, не жалею нисколько, хотя погода, скажу честно, отвратительная, холодно и ветер, но все равно отловился я просто замечательно. А что и как, смотрите в этом видео, поехали! Вот и первая хорошая примета. Кисунька. Кс-кс-кс-кс. Ты мой кисунька. Шугливый. Такой маленький хороший кисунька. Ой, еще один. Ну что, нормально. Начало нормальное. Сейчас проверим одну теорию. Он, Эдуард, предложил чаю, после которого будет клевать. А точно клевать будет? Точно клевать будет? О, благодарю. За рыбалку, да? Да, за знакомство. За знакомство. Не, ну примета точно, по-моему, рабочая. Пока пили чай, у Эдуарда случилась поклевка. Но мимо. Вот чего? Берега. А? Возле берега, говорю. Возле берега? Да, поэтому вот попробуй вот так. Сейчас попробуем. Сначала чай. Итак, сегодня буду ловить 10-ю мостков, хотя зарезервировал себе первые. Но думал, что ветер будет оттуда, а он, зараза, сегодня отсюда. И поэтому, чтобы было комфортнее рыбачить, я перешел на эти мостки. Тем более, два человека, вот Эдуард и я. Больше пока никого нету, но меньше конкурентов, тем лучше. Ну а рыбачить я, пожалуй, начну с того, что мне порекомендовала дочь. Вчера во время сборки Аня подошла и говорит: пап, начни вот с чего-нибудь, обязательно поймай на эти 3 приманки. Ну, разумеется, первыми в бой пойдут булки. Булки — это линейка Trout Hunter от компании IM. Съедобные, вкусные, ну вот такой вот нежный розовый цвет. Опа, есть. Есть, сработало все-таки. Сработала примета Эдуарда. Чай принес свои плоды. Эдуард, спасибо за чай. Вот хотите верьте, хотите верьте, приметы. Есть, сезон открыт. Погода сегодня вообще пакостная. Холодно, ветрище. Хотя начало апреля ведь было теплое, вообще было очень тепло, до 20 градусов. Сегодня я выезжал, было минус 2, машину показывала. Кстати, год назад, 1 апреля, я также открывался по форели именно здесь, на ЧП. Тогда еще плавили льдины, но администрация включала аэратор для того, чтобы вода быстрее очистилась, кстати, как и в этот раз. Вот. И год назад я поймал на один небольшой крэнк одну форельку. А вот как это было, вот небольшая видеозарисовочка. Начну, пожалуй, с воблеров. Вот такие замечательные наклеечки мне подарила дочь. Надеюсь, что коробочка будет счастливой. И, пожалуй, что-нибудь с яркого, наверное, сортанем. А, китайская подделка на, если не ошибаюсь, Radia Croft ДРК Мокко. Прикольный такой вот, слабо гремящий, но очень яркий, издалека, думаю, видный воблерок. Вот с него начнем. Есть. Есть.
Ну вот, моя первая форелька в этом сезоне. И еще одна приманка из списка Анютки – это доширак. Вот такая фигня. Достаточно популярная форелевая ловля. Но, честно говоря, я на нее до этого никогда не ловил. Производитель, сейчас, секундочку, посмотрим, кто тут. Сурекс. И отличительная особенность – это офигительная тянучесть. Прям. Так что тут нервов может форель потрепать немало, потому что если будет таскать за кончик, то... Подсечь будет крайне трудно. Ну что, проверим. Главное, чтобы клевало. Не знаю, видно или нет, но играет такая сардель на макаронина. Блин. Опа. Вот то, что я видел, прям выход было и поклевка. Вот прям здесь вот. Вопрос только, откуда она выходила и куда ушла. Не ожидал. Опа. Еще раз. Вот про что я говорил, то что по всей массе она дерябает за него. А сесть толком не может. То есть, блин, ловля в отвес. Ну что же, доловить на нее не получается, к сожалению. Ну да, скорее всего, просто форель хватала и тянула. Но один раз я ее даже видел, так что попытаемся наловить, доловить точнее, на что-нибудь другое. Ну, раз рыбе нравится шартрес, попробую такую вот акару, траут тайм. Тоже маготина. То есть вот такая вот личинка, жирный опарыш. Только что здесь форели такие канделябры устраивала. Танцы на хвосте. Опа, есть. Есть. Вот и поймалась та, которая здесь плескалась. Главное, чтобы не в кусты. Не в кусты, девочки, не в кусты. И, кстати, там еще одна плеснулась. Так что можно будет переходить, наверное, куда-то сюда. Ох, хорошая. Знаете, настоящая радужка. С такой ярко-красной полосой. Ну, давай, девочка. О, есть. Ребята, вы посмотрите на расцветку. Это, по-моему, самец. Насколько яркий. Такая яркая полоса. Ох, красавец. Так, ребятенок еще просил вот такую вот разловить. Оригинальная штука под названием медиатор. Такой, знаете, блесна силиконовая. Прикольно. В принципе, мне нравится эта приманка. Форели, как правило, тоже. Кстати, предыдущая пойманная рыба оказалась самцом. Он меня всего молоками уделал. Вот, и пойман был на личинку. Кстати, о личинках. В прошлом году сдержанный ЧП у меня была самая лучшая рыбалка, именно на личинке. Вот несколько моментиков вы сейчас увидите. А несколько потому, что у меня крякнула флешка. И весь отснятый материал просто-напросто был бесследно утерян. А рыбалка была реально крутая. Я тогда ловил и разловил все, что у меня с собой были. Вот все маготики любого цвета, вплоть до черного. Поклёва куча, отснятого материала куча. Я уехал домой довольный вообще. Но когда вставил флешку в компьютер, я просто-напросто офигел, ну, блин, до зеленых соплей. До того было обидно, что столько материала, блин. Тем более обожаю ловить на маготы, а тут у меня рыбалка была посвящена именно им. Ну, что поделаешь. Опа,
Есть. Правда, на другой цвет. Но все равно главный результат. Ага, не знаю, что за завоз такой. Но рыба опять такого же формата. Ну, надеюсь, то, что дочь не обидится, что я не поймал не на ее цвет, который он выбрал, а другой. Ну, как-то этот более дикий, не знаю. Оранжевый с розовым, более, наверное, форелевый. Погода вроде начинает улучшаться. Либо это у меня настроение поднимается. Ну, хотя нет, перестали обмерзать кольчики. Значит, температура стала плюсовая. Но ветер все так же в спину. Вот. Не зря я все-таки сегодня поехал, не зря. Ну что ж, небольшой перекус и промежуточные итоги. На данный момент у меня 3 поимки и пару сходов. На воблеры и блесны ни одной поклевки нету. Все чисто на силикон. Вот сейчас еще с собой взял силикошек. Ветер есть. Но вроде бы терпимо с этой стороны, если кидать, то нормально. Погода более-менее тоже терпима. Кстати, сегодня буду вкушать сэндвичи. Причем классические. Тут у дочери подруга купила мне хлебушка, пробосили. Настоящий американский для сэндвичей. Ну и чай с жасмином. А уж если совсем будет плохо с клевом, то пойду просить у Эдуарда его китайский чай. Пуэр. Ну, ладненько, приятного аппетита. Ну что, лосось здесь крупный, поэтому дадим ему пожирнее личинку. Это вакс-ларва от Дунаева. И поставил более тяжелую головку, потому как... И забрасывать подальше, и пускай тонет поглубже. Тут еще неудобно то, что мостки высокие. Вода далеко от них находится, и поэтому приходится опускать спиннинг ниже, чтобы провести в нужном горизонте приманку. Не, вообще ловля на личинке это отдельный кайф, ребят. Мне больше всего нравится, не знаю почему. Они небольшие, компактные, тяжелые, хорошо летят. Ну и рыба их достаточно неплохо кушает. Веточку поймал. Классная веточка, жирная. Смотри, какой классный улов. Ага, классная ветка. Опа, есть. На дальнем рубеже. Вот такая вот личиночка. Одеваю ее не ровно, а с небольшим наклоном. Чтобы когда ведешь медленно, она вот так вот раскачивалась. Если быстро идти, то тащить, то она, разумеется, что проводит, а это нехорошо. То есть, вообще, классная тема. Еще одна приманка от AIM Company из серии Trout Hunter. Это Sting. Нормальная такая пиявочка, которая так волнообразно идет в воде, если ей подыгрывать. Но за счет ребристости, скажем так, то, что она более шумная, нежели простые личинки маготы. И ведем мы ее не так равномерно медленно, а вот с таким вот дрожанием удилищем. Мы
Кстати, вспомнилась еще прошлогодняя поимка, тоже апрельская. Вот, ловил я, по-моему, где-то вот с тех мостков. На Криблу ловил. Погода была ветреная, прохладная. Вот, был достаточно неожиданный трофей пойман. Вот, какой именно, сейчас покажу. Да не может быть. Нападение. Я ждал, когда до дна дойдет. А? Что-то я вообще не понял, что произошло. Твою ж мать, это... Слушай. Ну это вообще-то... Карась. Вот самое прикольное. Хорош такой карасишка. Он взял в рот. Реально, блёсенку взял вот эту вот в рот. Ну вот что. Кто-то ловит на червя, кто-то на блесну. Есть. Есть и еще очередная форелька. Ну что ж, действительно правильно говорят. Ух, красота. Правильно говорят, что, наверное, незапланированные рыбалки, они одни из самых лучших являются. Ну, куда ты, куда ты? Да, и сюда и на фотосессию. Вот такая резинка. Достаточно рыжевая. Весенняя, активная. Не хочет сдаваться. Ну вот, господа, стинг. Люблю, прошу любить и жаловать. Вот такая вот красотулечка. Ну и на всякий случай, я не знаю, насколько это влияет или не влияет, я ставлю головку контрастную по сравнению с телом приманки. То есть, если приманка у меня розовая, то шартресная головка. Ну и наоборот. Брам-брам-брам-брам-брам-брам. Класс! Вот, очень давно хочу разловить вот эту резину от Сурекса. Мне больше всего прикалывает то, что она уже изогнутая, геометрия, то есть... Играет, свою игру имеет при проводке. А во-вторых, расцветка фуксия. Яркая-яркая. Оп, ах ты ж. Фрексон забыл ослабить с прошлого вываживания. Ай. Была потяжечка. Ну что ж, если рыба не хочет доловливаться, достаем читерскую приманку. Оранжевая булка. Точнее, булки. Опа, удар был. Опять где-то здесь. Вот прям чувствовал такой дык. Вот почему-то дык. Не закончился движением фриксона. Это я не понимаю. Давайте еще раз проведем. Заброс. Небольшое заглубление. И медленно, медленно вращаем ручку катушки. Мы иногда так взбрыкиваем. Дык. Дык. Я додыкался. Булки реально читерская штука. Ой, ты. Ну вот, такая вот красота. Очень хочется поймать на воблеры. Поставлю вот такую вот кугу от Волкейна.
И попробую пробросать вдоль бережка, поближе к мосткам, потому как я смотрю, она здесь изредка плещется. Воблер тонущий, так что потихонечку, помаленечку пробиваем разные горизонты. Смотрите, что творит, а? Главное, удачно забросить, наконец-то хоть на один воблер поймал, блин. Ох. И в данном случае поимка произошла недалеко от берега. Ну, ходи сюда, где-то там. Ох, боль, посмотрите, какая. Сиди слабенько на одном крючочке. И тут же сошла. Вот такая красотулька. Ну что, ты ее все-таки достал? На спиннинг, да? А на что? А, на булку. Класс. И небольшая такая, аккуратненькая. А-ка, можно на секундочку? Вот, точно, розовенькая булочка. Ну что, здорово. Ну что, Эдуард рядом ловит на булку, которую ему дал, правда, нежно-розовую. А я поставлю шарт-трес. Реально, вот эта вот личинка от Time Company. На нее, вот видите, вот сосед впервые поймал на спиннинг свою первую форель. То есть даже для новичков пойдет. Замечательная приманка. Главное с ней это вести ее равномерно и слишком не форсируя. В смысле, не быстро. Чтобы она в стопор не ходила, потихонечку шла и покачивалась. Компактная, дальнобойная. Ну, что еще нужно для приманки? Ну и немного о сегодняшней снасти, которую применяю на рыбалке. У меня два спиннинга Slow Rods от Red Trout. Но до 7 граммов всего не понадобилось только единожды. Я ее использую под воблеры и колебло. Вот. А основная сегодня стала это 602 СУЛ от 0,4 до 3 граммов. Но у меня на ней была поломанная вершинка, поэтому, наверное, тест немножко изменился в большую сторону. Катушка, как всегда, иного Stinger. Stinger иного Ультралайт в размере 2004 стоит на обоих удилищах. И леска в обоих случаях это Number One, также Time Company. Называется Контакт. Диаметром 0,4 ПЕ. Можно, конечно, и потоньше, но я предпочитаю иметь некий запас прочности, чтобы, если там что-то клюнет, сразу не оборвало. Но, в принципе, у АМ вышел недавно контакт в размере 0,2 и 0,25 ПЕ, который в ближайшее время собираюсь протестировать, и не исключено, что один из них пойдет и на форелевый комплектик. Вот. А, ну и, конечно же, флюр. Флюр обязателен. В данном случае стоит Starline 0,22, по-моему. Надеюсь, не сглажу. Но, блин, уже иду на грубость. Ставлю черный цвет. Блин, а сглазить боюсь, потому как сегодня прям рыбалка наподобие прошлогодней, про которую уже рассказывал. То, что у меня, блин, было много поклевок на всякие личинки, но флешка накрылась медным тазом. Господи, хуй, приехав домой, я обнаружил все, что я сегодня поймал, снятым. И из этого сделаю мовик. Есть. Все равно я на черный поймал. Че. Не кольнители с ней. Вот она, красавица. Знаете, что еще подумал? А почему-то я игнорю сегодня белый цвет. Хотя раньше он у меня был в своих фаворитах. Траут серия, Карп Хаус. Так и называется личинка. В принципе, белый это один из основных цветов в арейной ловле.
Так, что? Вот такая вот. И, наверное, пора уже заканчивать. Буду пытаться поймать крайнюю на сегодня. Если правильно сказать, последнюю на сегодня форель. Оба. По-моему, был тычочек. Хотя это, может быть, конечно, заделся из-за... Нет, это никуда не заделся. Это заделся за рыбу. Ну, смотрите-ка, на первой проводке. Хотя вот только недавно проводил воблеры, пробовал. И блесны пробовал. Но не брала она. А на силикон, пожалуйста. Вот такая вот. На белую силикошку. Ну вот, открытием сезона Ринова я остался очень доволен. Вот прям вот великолепно отвел душу. Конечно, вчера было предчувствие, что будет клев, но что-то такое жор, ну, для этого пруда вообще можно назвать жором, я никак не предполагал. Вот, в следующий раз, если поеду сюда, то, скорее всего, после зарыбления, наверное, может быть, вот. Ну и, конечно, параллельно жду, когда растает лед на Юхро, и, может быть, туда тоже запустят форель. Понравился мне этот платник, обязательно поеду, если будет ловиться. Вот, а на этом разрешите откланяться. С вами был Сахалинец. Пока-пока.